Еще одна мусорная столица может появиться в Украине. По стопам Львова пошел городок Смело в Черкасской области. Вот только причина другая. Почему там уже несколько дней бастуют коммунальщики? Разбирался Станислав Кухарчук. Уже третий день Смело постепенно погружается в мусор и опавшие листья. Убирать его в городе некому. Работники местного коммунального предприятия еще в понедельник в полном составе написали заявление на отпуск за свой счет. Отсутствие коммунальщиков жители города заметили сразу. Баки переповнені, по вулицях валяється сміття, собаки це все розтаскують, це дуже неприємно на це дивитися. Я край незадоволена. Коммунальщики вместе с техникой собрались под стенами мэрии. Претензий у них более чем достаточно. Главное – безденежье. Еще летом чиновники урезали бюджет предприятия почти на 2 миллиона гривен. Деньги якобы перенаправили на ремонт дорог. Работники жалуются, и им теперь даже не за что технику заправлять. Сказали в другом півріччі, мы вам их повернем. Ну, по сьогоднішній день ніхто нам нічого не повернув. Це прибирання вулиць, урн, тротуарів, посипання в осінньо-зимовий період, чищення доріг. Возмущены коммунальщики увольнением их руководителя. Якобы из-за неэффективной работы требуют его вернуть. Начиная с понедельника, исполняющий обязанности мэра Смелы к митингующим не вышел ни разу. Сегодня тоже подъезжает на своем джипе к месту работы с черного входа. И только после долгих переговоров с областным руководством решается выйти к бастующим. На вопрос о финансировании и дальнейшей судьбе директора у чиновника четкого ответа нет. Это не ваши проблемы. Вы все-таки работаете? Я начальник технического отдела. Ну, это не ваши проблемы. Директор, керівник все решит. Боже, займайтесь своими проблемами. А вот заместитель губернатора пообещал, в ближайшее время в ситуации на предприятии разберутся. С сегодняшнего дня там начинается внеплановая проверка, которая должна установить, были ли нарушения в работе уволенного директора. До пятницы, если этих нарушений не будет, Ананка повертається до работы. Крапка. Деньги в бюджет коммунального предприятия город тоже обязуется вскоре вернуть. Но пока этого не произошло, пикетчики обещают, с площади не уйдут. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.